теплица павильон 3х6 каркас. Едете у нас город Кемеров. Вот столько много мест, еще фурнитура с документами поедет. Следующая, здесь у нас стоит упакованная легенда, поедет, ой, куда-то далеко. И у нас здесь сейчас на упаковке капелька 4, сейчас скоро будет пока 4. Так, это у нас фермер, город Мирный, Саха Якутия лежит, ждет переправы. Вот. Это у нас капелька 4х8 упаковываться сейчас будет. Вот она у нас приходит с полимерки, вот так упакована встреч. Сверху мы упакуем еще картоном и, как мы видим, пупырчатой пленкой. Но все равно бывают косяки со стороны транспортной компании. Как говорится, хоть как мы и не пакуй, но получаем везде люди. Поэтому каждая теплица, которая есть в регионе, мы уложим баллончик краской. То есть вот такой. Вот такой краской. Чтобы можно было, если где-то повреждение красочного покрытия, можно было подкрасить. Да, и вот еще вот капелька, она, видите, такая вот 4 метра шириной. Стараемся по максимуму использовать упаковочный материал. Это очень и очень дорого. Картон, пупырка, стрич, скотч. Ну и сама работа. Кто упаковщик упаковывает. Например, с клиентом мы за упаковку вот этой конструкции берем, не помню, сейчас 1500, кажется. А на самом деле тут уходит упаковки больше, намного, плюс работа. Тут упаковки и с работы выходит 4-5 тысяч. Вот такая вот небольшая история. Сейчас вот подготовка и упаковка. А, вот они, торцы стоят. С капельки, на которые надо упаковывать. И она у нас поедет. Вот видите, фурнитура, баллончик, кружка. Она у нас поедет на набережной Челны. Это легенда 3х6. А капелька. Капелька в Москву. Московская область поедет. И прогоны все сейчас будет упаковываться. Так что, если вы даже представляете упаковать такую конструкцию в ящик, сколько будет стоить доставка, будет просто золотой. Никто эти теплицы покупать не будет. Поэтому мы стараемся, как можем. Thank you.